Советую посетить сайт CSGO Cash. CSGO Cash – это место, где ты сможешь обменивать свои скины в реальные деньги. Огромное количество разных систем вывода денег. Все происходит мгновенно. Онлайн-поддержка 24 часа. Также постоянные розыгрыши. CSGO Cash. Ссылки в описании. Друзья, вечер добрый. С вами Квантум и хакер Халдор и Кратос. Друзья, сегодня CSGO с прятками. Привет! Привет, ребята! Боже, ни хрена ты придурок! У нас сегодня этот фарм. И мы на этой карте уже играли. Офигенная карта, друзья, там просто. Да, но ее обновили, и тут теперь есть шахта. Миша, через 20 секунд выходит. Ребята, 10 уже. 10 уже. Стопа, 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Лещи, Миша, лещи, лещи. Погнали! Погнали. Миша, давай. Антон, за мной, Антон, за мной. Я понял, понял. А, подожди, где вы? На улице, мы не в доме или в шахте? Мы не в доме, мы на улице. Так, на улице, в доме или в шахте? Мы... На улице. Мы на улице. Отсечение. Минус зуб. А, Саня! Это пипец какой-то. А, где? Я сюда подошел. Где? А, я собаку... Ты пошнулись на этот... В смысле, куда ты? На дом. Как Миша? В дом бежит. Валим, разбегаемся, да не. Разбежались. В дом. Так, прыгаем. У тапки просто. Как вы лапы? Я убежал, я успел. Да, как, ты думаешь, что ты убежал, но на самом деле нет. Знали. Думаешь? Шандец какой-то. Бля, реально убежали, слушай. Да не убежали. Реально убежали. Это опасно просто было, Миша. Красавчик вообще, Миша. Это просто жесть. Бля, это что было? Бля, Саня, скример нашел. У меня чуть инфаркт не случился, бля. О, Сань, я тебя нашел. Да ладно. Сань, иди сюда. А слышишь, ты на... А, вот они! Где? Нашел. Сука, бежим. По улице бежит. Где, куда? Миша, он за мной бежит. По первому этажу бежит. В доме, понял, бегу. Ёпти медь. Жопа. Данил, это ты. Это я был, он все двери Данил, закрыл. Данил. Где? Какого Саня, хрена он двери позакрывался? Бля, еще один. Убивай его, есть, красавчик. В обход обошли. Если ты хочешь узнавать о моих видео первым, не забудь включить оповещение. Тогда ты сможешь смотреть все мои видео одним из первых. Убегайте, мы теперь с Мишей маньяки, и мы вас должны найти. Саня, давай туда. Я видел. Мы выходим, господа. Надеюсь, Саня, вы готовы. Саня. Зачем? Я вот боюсь эту шахту, потому что тут ебаные скримеры. Давай да вперед, пойдем, не очкуй, братан. Ты че гонишь? Тут никого нет, тут все хорошо. Все. А че ты за мной бежишь? Ты попутал? Еще на таком расстоянии. Тихо. Миш, ты это видел? Антон, беги. Привет. Антон, беги. Так просто. Антон не убежал. Он как скример пробежал, я же испугался его сначала. Я же тебе говорил, беги. Давай, Данил. Ой, я нычку нашел. Я не смотрю за тобой. Привет, Риммер. Я иду к спавну. Идите к спавну. Я свою пасхалку нашел, лол. Кажется, я что-то знаю, Миша. Ого. Сань сидит тут. Я, кажется, что-то знаю. Все, сижу. Сиди там. Ой, дверь открылась какая-то. Сань, сиди там, блядь. Сиди просто там. Все хорошо. Миша, я, кажется, что-то знаю. Хорош, все, убегай. Миша, стой возле нашей нычки. Все, убежал. Найс. Все, хорош. Да. Просто он... вообще. А куда он? Он вон, он на крыше, вон на крыше. А, вон на крыше. Где он? На крыше, вон. На крыше там лазит. Привет, Дань, как дела? Как дела на крыше? Или кто там на крыше лазит, я не знаю. Какую-то фигню спустился. Дань, вылези обратно. Дань, вылези обратно оттуда. Хорошо. Саня. Блять. Саня, Миша, сюда. Саня! Где он? Саня! Ах ты мудила. Ах ты мудила, я вижу, что твой босс на силуэт белый. Саня! Сиди здесь! Козел такой! Саня, Антон, вы нас не найдете. Просто не найдете никогда. Миш, почему ты именно сюда побежал? Мы уверены. Ты че, Миша? Че это я больше Миши испугался, чем он скримера? Я реально тоже больше Миши испугался, чем он скримера. Ты понял? Друзья, ты в комнате вам Трампа? Шопа. Друзья, вам. Офигеть! Они через 10 секунд выходят. В смысле, нормально? Я знаю, где примерно телепорт в Трампа. Ну, он конфедерат. Веселый. Вроде. Или республиканец, я не помню. Ладно, короче, Сань, давай показывай примерно, где их нянычка. Ну да, ты типа тут убежал. Миша, ты где? Да, и где-то. Он сюда не заходил. Я испугался так, тебя, блин. О! О, он попал туда. Сука! О, смотри! Трамп! Миш, мы там вдвоем повесимся, Миш? Нет. Миш, давай к тебе приду. Не надо. Миш, я к тебе иду. Ребята, вы где?
Миш, я к тебе иду. Мы в доме, например. Вы в доме или в катакомбах? Да, в катакомбах, я говорю, что в катакомбах. Да, в катакомбах, я говорю, что в катакомбах. Да, в катакомбах, да. Потому что я Барак Обама. Да, я. Все, мы в доме, отлично все, мы прячемся. Графики. Санчес! Они на втором этаже. На втором этаже. Точно на втором. Блин. Кто по траве бегает? Миш. Ты по траве бегаешь? Да. Я видел! Один в амбар бежит, второй бежит этот... Беги за вторым, я в амбар бегу за этим. Угу. Другой в катакомбы побежал. Сучамба! Убивай его, убивай! Ты где? Ай, ноги сломал, твою мать! Вот он черный, вообще слился со всеми. Сука, я заметил, где он? Я убежал от него! Где он? Серьезно, Данил! Че, Миш, земля круглая, да? Где они, на улице? На улице, Антон? Он меня убил. Один в кукурузе, Сань, кукуруза. Убегайте, мы с Мишей, братья гнилые жопы, и мы вас найдем и убьем. Санчо, Пончо, просто есть... брат-маньяк. Два, один. Мы выходим, блин. Я сломал дверь. Где вы есть? Вы на улице, в доме, в катакомбах? А еще слишком рано для подсказки, Данил. Да нет, 10 минут. Данилочку. Данилочку, да? И скажем то, что мы вас видим. Нет, это... Миш. Комтумер, ёпти, быстро за амбар. Быстро за амбар. Он упал, Миша, в катакомбы бежит. Как ты меня... Мудила белый в катакомбы бежит. Вижу. Налево ушел. Направо беги, пока зайдешь туда. Антон! Антон, ты меня спалил, дурак! Ой, теперь негр нашел. Он просто сливается с окружающей. Саня, я не знал. Иди сюда. Он с окружением сливается, мудила. Тогда не могу. Иди сюда. Все. Иди нахуй, Антон Гондон ебаный. А где Антон? Антон Гондон. Антон был где-то здесь. Да где вы ничего есть? Не знаете, ребята. Его здесь нету. Так нужно прочекать все нычки абсолютно. Он может быть где угодно. Сука, нет! Что с тобой делать, как педрил, а? Блин, где он был? Козел! Он в собачках сидел, помнишь? Шоп. Миша, побежали, теперь нас бегите. Саня бегите. И Антон маньяки. Они нас должны найти. Так, а бежать-то куда? Я не знаю. Антон. Идея. Есть идеи какие? Стою. Можно, в принципе, от них убегать по всему дому, а есть идея свалить в катакомбы. Может, в катакомбы, Миша? Они там кидают свои гранатки. Да пусть кидают, мы все равно в катакомбы сейчас уйдем и все. Да. Вот прямо они так нам сказали, то, что они уйдут в катакомбы, конечно. Они через 20 секунд выходят. И мы вас найдем. Я пока что вам не могу, к сожалению, сказать, где я, потому что у меня такое себе место очень плохое. Нет, говори, где ты, на улице, в катакомбах или где? Ну, можно сказать, что я на улице. Саня зашел в катакомбас. Да, ты в катакомбас ушел? Сань, ты понял, в катакомбы, бля. Ага. Вообще просто такие катакомбы. Да, катакомбы. Че, не катакомбы, что ли? Какой, да вообще. Без катакомбов не услышали бы. Катакомбы. Миша, ты ушел? Ну, что гавкнул, бля, сам испугался. Не гавкайте на меня. Реф. Рефрижератор? Миша очень хорошо умеет пародировать собак. Пипец. Кто-то граффити оставил. В доме. В доме граффити. Да, Саня, сука, он опять в этой нычке спрятался, которую мы его найти не могли. Лол. Так, лол, я-то знаю об этой нычке. Данил, мега просто. Саня. Лол. Где-то здесь. Миша, по красоте вообще. Где-то здесь, Саня. Красава вообще. А ты где? Миша, направо посмотри. Что, охренели? Нет. Саня, где-то здесь! Лол. Ай, привет! Да. Он нашел меня! Лол, да! Где? Да вот здесь, а на улице. Они через 30 секунд выходят. Где? Чтоб он не выбежал. А где мой граффити, я не понял. Честный. А закончились? Не хочу я на выходе стоять. Данил! Да. Данил! Не бей меня, блядь! Данил! Я катакомбах. Твою мать! Данил, помнишь, как ты по этим коридорам меня гнал? Пощады не будет. Сука, какой ты злой. Блядь. Данил... Тупик! Да сука, ты! Тупик! Он с катакомбов бегает! Тупик, он за мной бежит, пошел в жопу! Ты оторвался от ножки. Амбар. Если сейчас здесь Антон, то выбежит, это жопа, это фаталити. Он не будет ожидать то, что я здесь, Данил. Я специально прыгнул. На лестницу.
Антон, Данил! Чё за хрень? Давай! Пошли в жопу, режут меня! Моя! Отвалите! Моя!